Время пошло. Чего вы такие вредные? Как-то все зовут. Вредные, вот я прям в камеру говорю, вредные. Еле уговорила сюда добраться до того, чтобы сказать огромное спасибо. Вот эти девушки мечты, которые уже чуть-чуть повзрослели, парни, которые помнят дым сигарет с ментолов, настолько получили сегодня удовольствие. Вы видели, как они кричали в толпе, и это люди, которые действительно вас любят, очень искренне. Анатолий, ну что скажем этим ребяткам, взрослым? Мы пожелаем им только любви, счастья, удачи, процветания и, конечно же, больших творческих успехов, потому что творчество заключается не только для тех, кто сочиняет стихи или там пишет музыку. Творчество во всем. Это творческий подход вообще к процессам жизни. Мне кажется, вот это самое, да, вы сейчас вот прям нащупали живое, что творчество, музыка, что-то, что нас вдохновляет, оно нас сейчас и спасает. Конечно, да. Поэтому только этого вам желаем. И, конечно же, сохраните все жизненные позиции, оставаться человеком при любых раскладах. Слушайте, вы не одни, вы приехали с собакой. Куся, не Куся, расскажите про вашего главного члена семьи. Кто это вообще? Иди, ты мухолёси. Иди сюда, это Ник. Ну, вообще, в паспорте он записан как Нэнсик, сокращенно Ник. Ну, а его так вот девушки ласково называют еще Никуся, вот, Николя и как угодно. Он наш талисман. Ездит на машинах, на велосипедах, на чем угодно вообще, на катерах. А чья собака-то? Как-то наша, коллектив. А, общая? Ну, как, вот она живет вот в нашей семье. С кем спит? А, спит с директором группы. Вот. Знаю, с кем спать. Ребята, ярмарка – это про сохранение традиции, вы уже чуть об этом сказали. В вашей семье, вот парень Лёша, да, правильно я говорю, Алексей, вот с этой шикарной прической просто, девчонки сегодня фоткали твою голову, знаешь. В твоей семье есть традиции, которые соблюдаются до сих пор? Конечно. А что это, расскажи. Ну, во-первых, это уважение к старшим. Да, и, ну, самое главное, да, заботиться о тех, кто нам помог. Короче, у них все друг за друга, один за всех, все за одного. Ясно, Д'Артаньян и да, три мушкетера. Да. Ярмарка – это еще и ностальгия, да? А здесь все получают вот действительно большое удовольствие, вспоминая что-то прошлое. Что вспоминаете вы, когда вот начинаете немного ностальгировать? Борщ. Борщ? Борщ. Борщ. С салом, с черным хлебом? Да. Короче, ностальгия или ностальджи – это один из, скажем, элементов рисунка ковра, да, из мгновения жизни, который соткан вот, вообще общий ковер наш. Да? И вот я прохожу по коридору, а тут вы. А можно интервью дать? Я говорю, да, можно, вот мы вышли покурили. Я уже вспоминаю, там, как было весело, когда мы меня просили. А вот сейчас я уже даю интервью, это уже что-то новое. А вот вспоминать, оно же мгновение было, стало, прошло. И важно всегда помнить, мы не должны быть рыбками 3 секунды памяти, правильно? Мы всегда помним, это и есть мы. Все, что мы помним. Впереди лето, летние каникулы, я вспоминаю сразу детство, как это было круто. Ну, сейчас уже взрослый, не отдохнешь, да, и все дела. Горы или море? Горы и море. Море и горы. Море. А девочки? Yes. Я хочу, чтобы эта наша встреча запомнилась навсегда. Поэтому давайте вот прям 3 секундочки девушку мечты, а это как будто бы я, да? Давай. Я потом это видео скину своей маме, окей? Давай. Все, я девушка мечты, группа Нэнси, ярмарка 2023. Девушка мечты, в этот вечер не со мной осталась ты. Я тебя нарисовал, только так и не познал твоей любви. Я не верю, что пройдет моя любовь, и тебя я не увижу больше вновь. Без тебя я жить устал, и тебя нарисовал, я тебя нарисовал. Ой-ей! Ребята, спасибо, удачи вам, хорошей дороги. Ты не попал. Спасибо огромное, спасибо, счастливо. Хорошего вечера.